просто там авторитет. Ну, наверное, в авторитете верующего это будет более правильно. Вот. И, кстати, я не выбирал как бы эту тему, она мне просто сложилась, и я про себя знал. Я буду вот об этом, я буду проповедовать там через, когда моя череда дойдет, соответственно, я буду об этом проповедовать. И так вот совпало, что с началом цикла нового изучения, значит, цикла Тора, вот, и тоже, как бы, вот эта тема, я так думаю, что истоки авторитета верующего, да, вот, они там, ну, они находятся тоже там, в начале, в самом вообще, когда мы хотим поразмышлять о себе, там, о семье, о народе и так далее, всегда надо возвращаться к Берешит, всегда надо обращаться к первым главам, потому что там заложена основа, там заложено ну, многие основания, скажем так, нашей успешной жизни, вот, потому что Бог там все сделал совершенным, и, конечно, надо взирать. Понимаешь, мы смотрим на то, сейчас, на несовершенное. Вот. Писание все, оно в основном о том, как несовершенное сделать совершенным. А там мы смотрим, там совершенное. Вот. Это как деньги. То есть, когда ты знаешь, как по-настоящему выглядит банкнота, то тебе легко подделку отличить. Понимаете? Вот. Поэтому здесь, вот, когда мы смотрим на совершенное, да, нам легче понять, что же изменилось и что надо сделать для того, чтобы все изменилось в лучшую сторону. Вот. Ну, если мы говорим авторитеты, вот, то, ну, обозначим сначала, ну, всегда надо определить дефиниции, когда мы о каком-то таком, какой-то категории, там, философская или духовная, в этом случае и философская, и духовная категория, вот, значит, если мы говорим об авторитете верующего, то всегда определяют дефинициями, то есть первичные понятия. Вот. Так вот, если объединить мнение людей о слове авторитет, то авторитет – это общепризнанное значение, влияние и общее уважение, вот так вот, скажем так. То есть авторитетный человек, он значимый, влиятельный, уважаемый. Да? Вот. В мире авторитетными называют людей, в мире я имею в виду, да? Которые достигли выдающихся достижений, это я с Википедии, по-моему, взял, знаний, умений, навыков, способностей и особого положения и значимости в какой-то сфере общества или для всего человечества. Ну, здесь как бы видна как бы больше внешняя сторона жизни и деятельности человека. Да? То есть он значимый, он чего-то достиг, и на него там смотрят, там, и это ученый, или это там певица какая-то, там, или, я не знаю, там, или военный, который провел там выдающуюся битву и так далее. И он авторитет как бы в своей области. Понятно, что среди верующих немножко по-другому, хотя это тоже влияет. Вот, но в то же время что-то похожее, что-то по-другому. Ну, я решил вот как бы остановиться на этом. Понимаете? Потому что, как бы то ни было, у нас тоже есть авторитет, или я не прав? Ну, авторитеты в хорошем смысле этого слова. Это некоторые, знаете. Вот. То есть у нас есть люди авторитетные и более влиятельные, чем, ну, более авторитетные, более влиятельные, чем, скажем так, чем другие. Вот мы вот поразмышляем, посмотрим над некоторыми моментами, да, которые вот почему вот так вот получается, что вот вроде бы человек и хороший, и все такое, вот, ну вот как-то вот, ну, он не очень вроде бы авторитетный, влиятельный, хотя уже вроде и по годам, и по стажу в общине, там, и так далее, вроде бы уже как-то там, ну, должен быть более заметным, вот. Так вот, что авторитет, что говорится о авторитете верующего? Ну, кроме того, надо понимать, что Писание, вообще-то, оно учит нас ко всем относиться, ну, условно говоря, с одинаковой, авторитетно, не авторитетно, да, с любовью оказывать друг другу помощь, в познании Бога, в служении, в житейских делах, почитать другого выше себя, да, тоже так Писание, то есть более авторитетным, чем ты сам, вот, то есть считать авторитет других выше своего. Но тем не менее, разница все-таки, тем не менее, какое-то отличие есть. Вот. И, как я говорил, раз мы начинаем новый цикл изучения Торы, то давайте мы в Торе посмотрим, где. Ну, кстати, говорится и Тора, вот я почитал, это примерно одинаково, разные мнения есть, поэтому пусть вас не смущает то, что мы так немножко по-разному говорим. Кто считает более правильным, так он и считает. Все нормально, это не влияет на содержание. Так вот, смотрите, вернемся к началу. Когда я взираю на небеса твои,
Это Псалом 8, 4-7 стих. Псалмопевец, то есть Давид, он говорит: «Когда я взираю на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» То есть Давид смотрит на себя, на окружающих, потом смотрит на Бога, какой он великий, говорит: «Боже, вот что такое? Ты знаешь, вот ты нас знаешь, ты помнишь о нас. Вот я вообще не понимаю, как это. Мы же знаем, кто мы такие, да? Вот, а ты нас помнишь. Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью увенчал его». То есть, ну, умолил, имеется в виду, мы знаем, что у человека даже есть высшее более призвание, да, он не будет даже ангелов судить. Но по силе эти существа, они выше человека, да? Вот. «Славою и честью увенчал его, поставил его владыку над делами рук твоих, все положил под ноги его». Да, он восхищается, ну, даже положением человека, его царственным положением в природе, да, вот. Во всей вселенной. Наверное, Давид, он вспоминал вот эти вот слова из Берешит, которые мы сегодня начали изучать. Берешит 1, 27, 28. Я повторю, хотя знаю, что вы знаете, но Писание говорит о том, что мы должны повторять, напоминать, углубляться, да, идти в большую глубину. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, над птицами небесными, над всяким скотом, и над всей землей, и над всяким животным, присмыкающимся на земле». С первых стихов Библии видно, что по замыслу Божьему человек, обратите внимание, и мужчина, и женщина, они являлись высшим авторитетом среди живых существ. То есть в самом начале Бог, он запланировал это, да, вот, чтобы человек обладал огромным, то есть самым подавляющим авторитетом для всего живого, что для всего живого, что наполняет землю. Бог даже рыб не забыл упомянуть, и рыбы тоже должны как бы. Вот. Как, почему, вот некоторые богословы размышляют, ну почему, как говорится, этот авторитет? Ну ладно, мы немножко позже об этом. Вот. Ну да, значит, почему такой авторитет был? Да, вот почему такой авторитет у них был? Вот. То есть они же еще ничего не сделали. Да? То есть они, ну, не видно было, из чего такой авторитет. Ну, разве что Адам там назвал зверей, ему Бог привел зверей, и Адам их назвал. Ну, это уже свидетельство в определенной степени какого-то царственного положения, потому что называть, давать имена чему-то, это может только тот, кто владычествует над этим. Это признак владычества, давать имена. Это, кстати, в жизни и у каждого из вас. То, что вы называете, значит, то, что вы считаете своим, как вы называете, это тоже признак того, что вы как бы руководите, ну, то есть владычествуете над этим. Так вот, на чем основывался авторитет человека? На чем он основывался? Это вопрос. Ну, друзья, я вам сразу скажу, по греческой, скажем так, обучению, да, считается, что, допустим, ну, так, плохой ответ это или неправильный ответ это неправильный ответ. Да? В еврейском мышлении любой ответ считается правильным. Понимаете? То есть задается много вопросов для того, чтобы мы учились давать ответы и не боялись всегда. Поэтому не бойтесь, там, если где-то что-то неправильно скажете. Все нормально. Это по-нашему. Итак, почему люди, еще ничего не сделав, имели такой авторитет? Ну, Бог дал. Ну, хорошо, как зверье это видело, что это власть, как они там? Ну, понятно, может быть, они там поумнее были, вот, значит, но это, как они видели? Ну, я думаю, это в моем богословии, потому что они имели образ и подобие чье? Божье. Они видели это, что и Адам, и Ева, они несут на себе образ Бога. То есть они понимали, кто владыка. Богословы даже говорят, что
Они, хотя они были, условно говоря, не одеты, не во фраках, но они были облечены в свет. И Бог, свет, и, соответственно, когда животные, там, ну, в общем, летающие там, и так далее, они видели человека, они понимали таких, кто перед ними. Ну, по причине грехопадения Адам и Ева быстро утратили, к сожалению, ну, как-то быстро, наверное, мы думаем, что быстро утратили, мы по времени не знаем, когда это все произошло у них, когда они там яблоки решили, там, или апельсин, как некоторые говорят, решили поесть, или другой фрукт, ну, называется он яблоко. Вот, значит, решили его попробовать, и они лишились той благодати и того авторитета, который Бог для них предназначил. Приняв образ змея или твари, вот, которые должны были им покориться, они как бы приняли, вы же понимаете, да? Вот. То есть так они имели образ и подобие Богу, но когда ты подчиняешься под чью-то власть, вот, значит, ты какую-то степень этой власти или этого образа ты принимаешь на себя. И они, условно говоря, они же там не знали, кто там сатана там или кто, они просто видели змей, да, и они... Короче, поговорили с этим змеем, и они подчинились, вообще-то, были обмануты им. Вот, и они приняли на себя какую-то часть тварной такой сущности. И вот из этого времени в человеке и вот этот, и борется вот это, и тварь, ну, прежде всего, божественное начало с тварным этим началом. И, в принципе, вся Библия, все Писание и приход Иешуа, все говорят о том, как с этим, как божественная часть нашей натуры, да, как она должна господствовать. Вот, ну ты, грех он лежит, но ты господствуй. Он всегда, грех будет рядом, где-то у дверей лежать, но ты господствуй. И то, что сделал для нас Иешуа, он дал нам силу над этим господствовать. Слава ему. Давайте воздадим славу Иешуа, который это сделал для нас. Мы сегодня об этом говорили, но об этом всегда надо друг другу напоминать. То есть грех исказил природу человека, и идет вот эта борьба. Вот. Писание об этом говорит как? Это Псалом 48, 21 стих. «Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают». Вот, понимаете, то есть если человек неразумен, если он подчиняется тварной природе, я имею в виду здесь и сейчас, да, в наше время, ну, он как животное, он просто кушает, там это, он там занимает какую-то позицию, он там директор, владелец и так далее. Потом как животное он пойдет в небытие. То есть жизнь дальнейшего для него перекрыта. И это неразумно. Это неразумно, говорит псалмопевец. Но все же авторитет человека не исчез. Ну, так получилось. Все-таки он не исчез. Иначе Давид бы не говорил бы тогда, что ты поставил его, да, над всей природой, над всем живым, что есть в этом мире. Ты поставил его. Почему авторитет, все-таки, как вы думаете, почему авторитет сохранился? Ну, в какой-то степени, я имею в виду не в полной степени, а в какой-то степени. Почему он сохранился? Ну, ладно, не будем тянуть, дам свой вариант. Это не значит, что... Что? О, да. То есть то, что говорит Оля, это моя супруга. Боже, спасибо тебе за мою супругу. Она правильно говорит, друзья, я много раз вам говорил. Я когда вспоминаю мою супругу, я всегда вижу ее в кресле с Писанием. Я всегда ее вижу только с Писанием, понимаете? Поэтому мы с ней говорим на одном языке. Вот. То есть она говорит о том, что образ Божий, он сохранился в нас. То есть мы мыслим, да, мы творческие, как и он, да, в общем, мы чувствуем, так как и он, переживаем, имеем чувствование, потому что Бог говорит, у него есть чувствование, он живой Бог. Вот. Но вот с подобием появилась проблемка, понимаете, потому что подобие, это больше оно к внутреннему миру относится, да, это к мышлению, вот именно вот к качеству мышления, к качеству переживания и так далее. Ну, это я так вот считаю, что подобие, вот, ну, особенно такие вещи, как святость, праведность, да, вот, вот с этим получилась проблемка, и, конечно, окружающий мир, всякие твари, они, конечно, боятся человека,
но не всегда. И уже если раньше какой-нибудь крокодил там или лев, он и думает там о том, чтобы там это повредить ему не мог, да, ну имеется в виду там в то время, да, как во время сотворения, у него даже мысли такой не было, то теперь он смотрит, ну да, так образ вроде бы он, света нету, да, что, может попробовать его? Вот. И некоторые пробуют такие, понимаете, периодически людей, все-таки эти твари, они что-то с ними делают. Понимаете? Ну, я так, как говорится, условно это говорю, но вы понимаете, о чем я, да? То есть, ну, вот какая-то часть, мы что-то утратили, а что-то в нас осталось. Поэтому, друзья, какую мысль я провожу? Вы, наверное, поняли уже, да? Что согласно логике Духа Писания, по мере того, как подобие Божье, ну, образ и подобие Божье человека возрастает, и что? Авторитет возрастает, он возвращается. Поэтому Иешуа говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». То есть, другими словами, будьте похожи на Него, будьте такими же совершенными. Ну, если кого-то слово «совершенный» испугало, друзья, не пугайтесь. Если мы начинаем в нем разбиваться, это греческое слово там, значит, и оно говорит о том, что мы должны быть теми, кем мы должны быть. То, ну, вот молоток, он что, он забивает, да? Там машина, она ездит. Вот она, машина должна быть машиной, она не должна быть разобранной, там, валяться и так далее. Вот и человек, он должен быть тем, кем он сотворен. То есть, искать Бога, преображаться его образ, делать добрые дела и так далее. Вот что такое быть совершенным. Идти по этому пути. Это не значит, что здесь и сейчас ты раз и совершенный. А если не совершенный, то, как говорится, все. Нет, Бог написано, он знает, что мы перст, и поэтому он позволяет нам в какой-то степени быть и несовершенными. Ну, тогда будет больно. Ну, мы сами туда попадем, какие-то проблемы, если мы не очень совершенны, да, в чем-то. Мыслим неправильно там, не соблюдаем, не имеем страха Божьего, там, грешим, да, вот. Ну, все написано, мы много согрешаем, но если согрешаешь как-то так совсем уже, да, то куда-то в какие-то проблемы периодически можно попадать, вот. Но если ты идешь, ты стараешься, Бог видит, что ты стараешься, ты к Нему обращаешься, ты признаешься, что Боже, вот мы в песне сегодня пели, да, мы понимаем, кто мы такие, у нас часто бывает не получается, но мы стремимся. Бог это очень ценит, друзья. Бог это очень ценит и являет милосердие, даже глядя на наше несовершенство. Тем более, что наше несовершенство, оно облечено в белые одежды кого? Иешуа. Иешуа приводит нас к Отцу, говорит: Боже, вот ты хотел его наказать. Ну, понятно, я тебя понимаю. Ну, я ходатайствую. Ну, давай мы еще раз. Давай мы еще. Я ему помогу. Друзья, это его сердце. Ну, а Господь, Отец имеется в виду, он говорит о себе: я больше люблю миловать, чем наказывать вообще. Ну ладно, давай еще раз. Но вы должны понимать, что так будет не всегда. Понимаете, да? С лукавым Бог поступает по лукавству. Вот. Но если мы искренне, да, каемся, приходим, вот, Иешуа ходатайствует, Иешуа помогает нам это проходить, вот, и мы идем дальше, и у нас все получается. Слава Богу за это. Аминь. А как это быть подобным образом? Если мы говорим, мы должны быть нести и образ, и подобие, да? Как? Ну, это уже легче, да? Римлянам 8:29. А кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Аминь. То есть мы смотрим Писание, да, мы смотрим, какое Иешуа, да, мы молимся Богу, Он нам еще более глубоко открывает. Мы приходим в общину, мы видим, как Иешуа отражается в каждом из нас, и мы понимаем, что такое быть подобными. То есть, находясь где-то в онлайн, сидя дома, не выходя туда и общаясь с другими людьми, которые не подобны верующим, да, вот, то человек, он не может вот иметь это. Почему важно, почему необходимо быть в общине, почему необходимо быть на всех служениях, собраниях, общ... там, домашних группах и так далее. Мы
являем друг другу, мы являем друг другу Иешуа, и мы показываем, вот как это быть тем, кем мы должны быть, как это быть совершенными. Да? Вот. Вот таким вот образом, друзья, это очень важный момент, это очень важное значение в этом, значение общины. Вот. И я не верю, что человек может самостоятельно выполнять, быть тем, кем он должен быть. Это невозможно. Это просто невозможно, потому что это не по Писанию. Потому что Бог всегда рассматривает не единичного человека, где-то там в духовном мире витающего. Он всегда рассматривает человека только в Божьем народе, в составе Божьего народа. А Божий народ, он идет через, через Божью семью, через Божью мишпаху, вот, которой все люди важны. Вот. И менее совершенные, и более совершенные. Мне когда-то один из наших пастырей, Саша Шейнога, он спросил нас на молитвенном, говорит, а чем отличается семья от организации? И мы такие задумались, никто не ответил. Ну, там были там ответы, но правильно никто не ответил. Он говорит, в семье все важны, независимо от того, у кого какой вклад. Правильно? Бабушка, дедушка, они ничего же не могут, но они важны все равно. Точно так же и в духовной семье, вот так оно должно быть. Мы должны быть важными друг для друга. Вот, вот чем, чем мы, как говорится, должны, чем нам необходимо, слово должны как-то так, чем нам необходимо отличаться от другой, от любой другой организации. Насколько мы, то есть наша личность, насколько мы, наш характер и наши дела отображают Христа, настолько мы авторитетны и в глазах Бога, и в глазах друг друга. Это базис, это основание. Вот. Без этого ну никак нельзя. Все остальное, о чем я буду говорить, оно будет базироваться только на этом. Потому что все остальное это внешнее. Все остальное это некий образ, ну, без этого, без такого базиса. Вот. Поэтому мы, то есть мы сотворены для этого отображать образ Иешуа. У нас в какой-то степени это получается, в какой-то степени это не получается. Мы идем, иногда падаем, спотыкаемся, тогда, но все равно идем. Вот. И в конечном счете, если мы держимся за Господа, да, если мы помогаем друг другу, то у нас что, Лариса, получается, да? Это я Лариса Билан спрашиваю. Да благословит Господь нашу сестру, вот, исцелит, укрепит ее во имя Иешуа. Аминь. Вот, видишь, заодно и помолились за Ларису. Ну, я бы еще добавил, что в определенной степени в глазах мира мы тоже приобретаем определенную уважаемость, потому что, видя наши добрые дела, люди понимают, что это ну, неестественно. Да? Ну, мы не должны так делать. Это, мы должны быть, условно говоря, знаете, каждый занят своим делом, каждый занимается собой. А если мы вдруг начинаем служить людям, а с чего это вдруг? А может, ты что-то хочешь? Не, я ничего не хожу. О, оказывается, и так можно. И люди что-то начинают понимать. Вот. И тогда написано, видя наши добрые дела, они что? Прославляют Бога. Бог прославляется. И так, как мы видим, то я как бы подвожу некий итог как бы первой части, о том, что авторитетность верующего базируется не на мирских принципах особых каких-то знаний, умений, достижений, да? Хотя это тоже мы ценим, да? Но не это главное. А главное, насколько мы отображаем Иешуа во всем, вот в нашей жизни, насколько мы его отображаем. Вторая очень важная мысль относительно авторитета. Я попрошу вывести Матфея 20 главу, 20-21 стих. Тогда приступили к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Мама подходит, говорит, Иешуа, у меня есть к тебе разговор. Он сказал, что ты хочешь? Она говорит, скажи, чтобы два моих сына сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Ну, мама, еврейская мамочка, да, по-другому не бывает. Ну, хороший, я ее не осуждаю. Ну, это любая мама хочет, чтобы ее сын был что? Уважаемым. А тут два сына, значит, есть право. Вот. Услышав сие, 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Ну, что это такое? Иисус же подозвал их и сказал, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. Написано там. Показали? Пошел, вывесим же, дальше я нет. Это
Артем, 20 глава Матфея, 24-27 там стих. Ну, ладно. Вы мне поверите, да? Поверит, не верит. Итак, Иешуа говорит, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. А кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. О, круто, да? Совершенно другие принципы господства, авторитетности и так далее, да? Он говорит, если ты хочешь быть первым или главным, то будь или слугой, или рабом. Вот, ну, рабом это условно говоря, ну, то есть, давайте так, служи, да, рабом надо служить по максимуму, вот так вот скажем. Слуга просто служить, а, значит, рабом вообще служить по максимуму, почитая другого выше себя. Почему мы должны быть такими? Потому что далее Иешуа говорит в последнем стихе, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот, он говорит, ну, потому что, ну, вот, на меня должны быть похожи, понимаете? Потому что вот я пришел, да, вот для того, чтобы послужить, и вы должны служить другим. Вот в чем основа. Ну, мы, скажем так, люди, мы человеки, да, мы, конечно, хотим иметь некий авторитет. Ну, там, у начальника быть по правую, по левую, там у пастора тоже там быть, потому что ближе к пастору, это же хорошо, и так далее, как бы больше авторитета. Вот. Но Иешуа говорит, что нет, друзья, вопрос не в позиции, да? Вопрос не в столе рядом с начальником там, или в кабинете рядом с кабинетом начальника. Согласно Иешуа, настоящий авторитет среди верующих только человек с сердцем слуги. Это вторая важнейшая как бы составляющая нашего личного авторитета. Вот. Сердце слуги. Это такие люди всегда готовы прийти на помощь, и в этом их не надо уговаривать или мотивировать. Почему? Да потому что они такие. Они видят, нужна помощь, и они приходят на помощь. Они не проходят, если видишь, что ты стоишь там, да, такой весь выпал в осадок, вот, не пройдут мимо, они подойдут, спросят, что такое, да, поинтересуются, вот, какой-то совет дадут человеческий в этом случае, помолятся, потому что Бог, Он действует по молитвам. По молитвам действует Бог. И это очень важно в нашей жизни, об этом буду говорить еще позже. Вот. И такие люди, да, которые вот с такими сердцами слуг, которые в любой момент готовы послужить, вот, они большое утешение и для пастырей, и для каждого из нас. Я это особенно сильно ощутил, когда начались военные действия, да, там и полобщина уехала. Вот, и я думаю, что мне делать, что же это такое. И ко мне начали приходить люди и начали мне говорить, вот он я, пошли меня. Друзья, это так впечатлило меня до сих пор я благодарен тем, кто вот так сказали, те, кто выбрали служить Богу, общине, людям, те, кто служили, служат и будут служить, то и после них приходили, вот, потому что появилась наша замечательная молодежь, которая служит, и вот все, что происходит в нашей общине, это же благодаря тем, кто служит, правильно, вот тем, кто сказали, вот я буду это делать. Вот, счет своего времени, своих сил, а иногда даже и денег. Вот, поэтому я хочу сказать, что мы благодарны всем, да благословит Господь всех, кто выбрал служение людям и служение Господу. Если бы я назвал пример, друзья, вот я сначала хотел пример, а потом думаю, да в этом мне же придется так много фамилий говорить, поэтому простите, я просто скажу, слава Богу за вас, что вы есть в нашей жизни, что мы есть друг у друга, что у нас есть община. Аминь. Давайте славу Господу воздадим. Боже, спасибо Тебе за общину. Боже, веди нас, руководи нами, Боже Господь, потому что мы хотим возрастать в Тебе. Я хочу сказать, что сердце слуги, оно не появляется просто так, потому что мы люди, вообще-то, сами понимаете, человеки, мы люди какие? Эгоистичные. Мы любим, чтобы все было для мене, біля мене, кругом мене, кружить мене, там, давайте мені, тепер-пер. В общем, это все в нашей природе. С этим, ну, тварно часто присутствует, да? Вот. Все люди, чтобы их гладили, чтобы им давали и так далее. Такие мы. И этого не надо стыдиться, мы такие есть, но мы же должны быть на кого-то похожи, да? Вот. Поэтому сердце слуги, опять же, если мы говорим об авторитетности, да, если мы не то что стремимся, ну,
В нас заложено стремление быть авторитетным, друзья. Мы не можем по-другому, потому что мы помним, что наших прародителей Бог поставил перед всем миром и сказал, будьте авторитетными для всех. И оно заложено, оно в генах, там, оно в нас, оно есть. Мы не можем без этого. И муж, и жена, и дети, и мы друг друга, мы тоже, мы хотим быть, это, чтобы, ну пусть они самые, но так, чтобы тоже меня уважали, замечали, вот, и мне было хорошо. Вот. Это заложено в нас, это нормально. Вот. Но ненормально, когда мы хотим за счет других каких-то, да, нормально, когда мы похожи на Ишуа, да, и нормально, когда мы имеем сердце слуги, вот это нормально. А с этим проблемка тоже, да, в связи с тем, что подобие, оно такое у нас, вот, значит, в связи с этим у нас есть и проблема, да, вот, поэтому мы должны понимать, нам необходимо понимать, что Бог ожидает от нас, и Он же нам помогает, Он говорит, Ишуа сказал, я вам оставлю Дух, пошлю Духа Святого, и Он будет вам помогать, Он будет вам помогать, вы не оставлены, вы не покинуты. Лучше, чтобы я ушел, потому что тогда я вам 12 помогаю, а так Дух Святой придет, он миллиардам будет помогать. И так, так оно и получилось. Вот. И если мы говорим о том, что необходимо взращивать, да, в себе, то для этого Бог все предусмотрел. Кроме того, что я вам это говорю, да, но есть Писание, есть... 4 глава послания к Ефесянам, и там написано, для того, чтобы у вас это было, я вам даю служителей, апостолов, пророков, значит, этих евангелистов, да, пастырей, учителей, для того, чтобы у вас это все было, чтобы вы имели сердца слуг, потому что написано, что они посланы, чтобы, чтобы приводить вас в полный возраст Христов и подготовить на дело служения, чтобы все абсолютно. И при том я хочу сказать, что это касается, условно говоря, как сильных верующих, да, которые давно в Боге, да, сильны в вере, имеют опыт духовный, так и тех, которые, ну, так достаточно недавно. Но смотрите, что Писание говорит. Вот ко всем оно говорит. В том числе, еще раз, вот ко всем абсолютно. Здесь разницы нет. Благословен Бог и Отец Господа нашего Ишуа Мессии, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Перевести надо, да? Там говорится следующее. Любого, вот человек пришел, он буквально месяц, два, полгода в общине. Ну, у него были скорби, какие-то проблемы и так далее. Молились, Господь начал отвечать. Вот. И человек увидел, что Бог действует в его жизни. И уже даже вот это, даже то есть он получил какую-то радость, да, и он получил ответ Божий для своей жизни. Вот. И вот этот человек, он получил утешение, написано от Бога, Отца утешение, да, и он уже может делиться этим утешением. То есть проходя мимо человека, который стоит когда-то, вот как стоял он, да, вот, ну когда-то он стоял такой понурый, у него все было плохо, а теперь что-то уже улучшилось. Не все, но что-то уже улучшилось. И он смотрит, аж какая у тебя проблема? Такая, о, так у меня аж такая же была. И что ты, и как ты? Так вот, я вот пришел на кофе-молитву, за меня молились там туда, и потом пришел на это, пришел на общую молитву, и потом там ко мне подошел брат Василий, там Сергей, там это. И Бог начал действовать. Давай, действуй так. Точно, я буду делать. И человек получает перспективу, он получает утешение, он получает надежду на то, что вот эти вот невообразимые, ну, то, что с ним произошло, оно изменится в лучшую сторону. То есть нам надо делать людям то хорошее, хорошее. Потому что иногда люди делают, смотрите, я хотел какую мысль, что иди и делай то же самое, что Бог сделал. Вернее, что тебе сделали другие, что Бог через людей сделал тебе. Но я предупреждаю, делай только хорошее, потому что люди иногда делают плохое. Этого не делай. Писание учит нас, чтобы на тебе эти все проблемы, они что, закончились, да, чтобы зло, оно не распространялось дальше. Делай только хорошее. То есть располагай свое сердце, чтобы видеть не только свои проблемы и говорить, послужите мне. Друзья, вас заметят в нашей общине, заметят ваши проблемы, подойдут, поговорят. Вот. А вдруг, даже если не заметят, есть кофе, молитва. Да, Света?
Вот, она Света приглашает, она постоянно туда ходит, она большая молитвенница, вот, и она будет молиться за вас очень горячо. Вот, и Бог придет. По-другому, друзья, кто хватается за Бога, по-другому не бывает. Приходят изменения. Я не обещаю, что вы все станете молодыми, красивыми и богатыми, вот, но то, что проблемы будут решаться, это да. И люди, они будут благодарны вам. То есть даже любой может послужить, и люди будут вам благодарны за это, да, благодарны за ваше служение, за ваше внимание. Я обратил внимание, друзья, очень важно, наверное, это самое важное, даже не то, чтобы тебе там денег дали, когда там у тебя их нет, да, очень важно, чтобы тебя заметили, с тобой поговорили и за тебя помолились, а Бог, Он придет. Вот, знаете, иногда даже люди вот мне звонят даже из-за границы, потому что им этого не хватает. Давай, это, давай помолись, там, и так, давай поговорим и так далее. Это важно для людей, это очень важно. Каждый из нас, мы так устроены, я тоже в этом нуждаюсь. Вот. Поэтому можете тоже со мной, можете подойти, поговорить, сказать: Сергей, а что у тебя не то? Может помолиться что-то, надо за что-то. У меня есть за что помолиться, я вам скажу. Я хочу сказать, что согласно логике Писания, вот если мы смотрим, там прямо не сказано, но косвенно, там сказано, что неслужащий людям, а значит и Богу, лишает Бога заслуженной славы. Потому что, видя наши добрые дела, Бог прославляется. И если мы не делаем этих добрых дел, значит мы лишаем Бога в какой-то степени Его славы, понимаете? Вот в чем вопрос. Просто быть, вот, просто приходить, вот, просто присутствовать, но этого мало, друзья. Я даже не стыдить хочу никого, я не об этом говорю. Я вообще, друзья, знаете, я не люблю людей такое слово вот, мотивировать. Мотивировать – это в организации. Там людей мотивируют деньгами, положением, там еще там льготами всякими. Вот. В общине не мотивируют, в общине помогают возрастать. Для того, чтобы человек возрос, понимаете, и он был тем, кем он должен быть. Похож на Иешуа, да, имел сердце слуги, служил людям. И, соответственно, Господь будет действовать и в общине, да, и в твоей жизни, и так далее. Так, кстати, все поняли, что мы говорим о авторитете, а то я больше как бы о служении. Но мы говорим, друзья, об авторитете, а оно связано, оно все связано. В притчах о талантах Матфея 25 описывается, как некий человек, ну подразумевается, что Бог, раздал слугам таланты. Таланты – это огромная куча серебра, там около 40 килограмм серебра. Вот. Написано «по силам каждого». Ну кто-то, наверное, 40 килограмм унести, кто-то 80 и так далее. Вот. И, но слово «таланты» оно имеет двойное значение. И серебро, и реальные таланты каждому из нас, которые Бог дал. Вот. И написано, что он ожидал от них прибыли. И все принесли какую-то прибыль, кроме одного человека. Он говорит: а я зарыл. Я просто боялся, что вдруг я это потеряю. Короче, я это зарыл. Вот. Он говорит, вот всем, вот, кто ему принес прибыль, он говорит: добрый верный раб, давай вместе порадуемся, войди в радость господина своего. А он говорит: вот этого негодного брось его во тьму вечную. Друзья, вы понимаете, вот насколько жестко Господь Он к этому делу относится. Он говорит: если ты относишься к Божьему народу, если я тебе дал таланты, то будь добр, разберись с этим и начинай приносить мне прибыль. Ну какую прибыль для Бога? Ему что, ему надо наше серебро, золото? Да, там? Нет, конечно, ему нужна наша любовь, ему нужны спасаемые люди, да? Ему нужна, ну условно говоря, слава. Он и без нашей славы поживет. Слава – это значит… Мы воздаем Богу славы, это когда в жизни людей происходит все хорошее, происходит. Понимаете? Вот тогда, или когда избавляются они, да, вот тогда, Боже, вот это ему надо. Ему надо, чтобы как бы вот это все доброе, оно распространялось. То есть то, чего он запланировал в Эдеме, да, чтобы оно происходило и сейчас. Потому что Божья слава, это как бы возвращение царства в жизнь, ну, того царства Эдемского, да, царства небесного, которое на земле было, возвращение в нашу жизнь. Вот, ему не просто нужно словословие, ему важны отношения, вот, ему нужны важны души спасаемые, потому что написано, он возлюбил мир, так возлюбил, что он сам пришел в своем сыне, вот, для того, чтобы все-таки это произошло в нашей жизни. И для нас это хороший урок, друзья, для нас это хороший урок. Вот, он говорит о том, что мы не должны зарывать свои таланты.
которые приносят Богу славу. Я знал одну сестру, очень талантливую. Она имела отношение к нашей общине. Вот, и ну, у нее было такое понимание. У других всегда есть притязание на твое время. То есть она боялась, что если она придет, то ее нагрузят, короче говоря, и будут с нее там что-то требовать. Я был удивлен этим. Она хорошо знала Бога, знаете. Она хорошо знала Бога, она хорошо знала Писание, но вот она выбрала такую позицию. Мне было очень грустно, честно говоря, мне было очень грустно, она так и не состоялась в нашей общине. Но если вы хороший слуга, то знаете, какая награда хорошего слуги у Бога? Ладно, не буду, потому что наград много на самом деле. 1 Тимофея 3.13. Сейчас вообще не это, да? А, есть, да? Вот смотрите. Ибо хорошо, это первое, хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христе Иисусе. Некоторые думают, что если я не буду хорошо служить, то обязательно это выразится в неких денежных суммах, там, каких-то там домах там, и так далее. Сразу говорю, Бог не против, часто Он это дает, но Он очень не любит, когда мы это, ну, в этом видим суть хорошего нашего служения. Написано, что, в это время написано, что если мы так думаем, то мы сеем куда? Плоть. Оно дает тление. Понимаете? А мы должны сеять дух. Вот здесь говорится о духовном. Хорошо служивший, ну, в данном случае здесь говорится высшую степень, там говорится дальше, ну, выше говорится о пастырях, диаконах, вот, там говорится хорошо высшую степень, ну, то есть тебя заметят. У тебя будет авторитет. Ты, может, станешь диаконом. Ну, кто не знает, я диакон. Я шучу, друзья. У Бога много юмора. И так вот, ты приготовишь себе высшую степень, да, то есть ты будешь служителем, тебя заметят, ты будешь иметь авторитет и великое дерзновение веры во Христе Иисусе. О чем это говорит? Служение хорошо служивший. Ты будешь среди тех, ну это моя интерпретация, ты будешь среди тех, кто хорошо служит, людей веры, людей, знающих Бога, следующих, являющих Бога и так далее. Вот где ты будешь находиться. А если ты будешь среди них находиться, на кого ты будешь похож? На них будешь похож. Поэтому надо стремиться вот быть среди хорошо служащих. Мы об этом будем говорить. А как это? Об этом будем говорить. Ну и второе и самое важное. Чем лучше ты служишь, тем больше у тебя будет работы. И ответственность. Намного больше. Каждая ступенька хорошего служения прибавляет тебя все больше и больше дает тебе ответственности и к работе. Друзья, но кому мы служим? Кому служим, понимаете? Даже не президенту, мы служим царю царей. Да, в общине, да, на нас нет царских регалий, но мы служим царю царей. И это вдохновляет. Вот сердце слуги вот это вдохновляет, когда он видит Божью славу, да, когда он видит, как жизни меняются. Вот, когда он видит, как люди спасаются, как все меняется в их жизни, да, там, где была смерть, там теперь жизнь. Вот, там был наркоман, я знаю многих пастырей, которые были наркоманами, они пастыря сейчас. Понимаете, это такая слава Божья. Друзья, ради этого стоит жить, ради этого стоит трудиться, для этого стоит напрягаться. Вот, это очень классно. И сразу хочу сказать, что сразу же предупреждает, что, ну, можно сказать, это в определенной степени иго и ярмо, да, в определенной степени. Ну, ты живешь спокойно, там спишь, встаешь, кушаешь, ну, короче, похож на животных. Вот. А здесь тебе приходится, напрягаться, встать на ноги и быть похожим на человека. Ну, я опять же шучу, вот, но не очень шучу, я говорю, как оно есть. Вот. То есть его иго и ярмо, оно не тяжелое. Почему? Потому что если ты похож на него, если ты имеешь сердце слуги, то это естественно. Правильно, Игорь? Это естественно послужить. Вот Игорь, он, может быть, не спал, он готовился, там, и так, он знает, что это такое. Значит, для того, чтобы было слово, да, для того, чтобы было назидание друг друга. Написано, назидайте друг друга. Вот. И все, кто...
есть все, кто служат, они, мы назидаем друг друга. Вот. Но меня могут спросить, а как я узнаю? Как я узнаю, вот, где мой талант, да, чем я служить должен? Вот я вот прихожу в общину, а я не знаю, кем мне нужно служить. Друзья, вот Бог, Он настолько предусмотрительный, что Он даже это предусмотрел. Если вы не знаете, если вы ходите в общину месяц, полгода, год, два, три, пять, десять, даже такие есть, которые не служат, вот, то я скажу, Римлянам 12-4-8. Будет неплохо, отлично. Итак, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Но мы многие, многие, все составляем одно тело во Христе, а порост один для другого, члены. И как по данной мне благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель благотвори с радушием. Возможно, ты пророчествующий. Может быть. То есть есть такое, знаете, ну не пророк, я имею в виду пророчество. У тебя есть дар пророчества. Но здесь там выше немножко Павел предупреждает. Ну, думай о себе не более, нежели должен думать. То есть будь внимательным к этому на всякий случай. Вот. А те, кто не знает, то есть, все-таки, а что же меня, что я, раздаватель, может быть, и так далее. Я вот сразу скажу, как минимум у тебя пребывай в служении, там вот написано, пребывай в служении. Служение, друзья, тьма. Вот тьма служений. Некоторые мы видим, да, вот, например, вот Света Полешна, она служение гостеприимства. Вот она организовывает каждое, допустим, вот какое-то у нас там большое, там на 100 человек и так далее мероприятие. Она так организует, понимаете, вот что вот лучше не бывает. Я смотрю, просто вот удивляюсь, вот, как она умеет это вместе со своим супругом Сережей, как они это красиво делают, организованно, четко, да, и все просто летает. Почему она это делает? У нее сердце, друзья. У нее дар, у нее талант, и у нее сердце. Наташа Мирошниченко с детьми. Вы сами ее видите, как много она делает для наших детей. Ирина Павлова, Саша Домрачев, порядок в нашем доме всегда идеальный. Я что ему не скажу, он говорит, я уже делаю. У меня уже все предусмотрено, понимаете? Наверное, не знаю, были случаи, когда он говорит, в основном всегда все знает. А наша молодежь, вот, и Денис, Влад, Артур, Даша, Дима, Никита, Женя, Маргарита, это я, чтобы не забыть, я записал себе. Вот, но вы знаете, вот как они служат, вот, для того, чтобы вот это все было, да, чтобы свет был, звук был. Это же надо этому время, это надо посвятить, понимаете, с этим надо работать. И они это делают, и слава Богу за них. И знаете, какое ключевое слово в служениях? Я уже ближе к окончанию, друзья. Не сильно утомил вас? Нет, да? Ну хорошо, сейчас я кое-что интересное тоже скажу, я надеюсь. Какое ключевое в служениях? Это слово ответственность. Можно вывести это слово? Артурчик, пожалуйста. Стоп, вот. Можно даже больше. Можно больше его сделать? Чтобы больше ответственности. Ладно, мера ответственности. Друзья, ответственность. Знаете, то есть в любом служении самое главное – это ответственность. То есть это тоже основа авторитета. Не только сердце слуги, да, но ответственность за свое дело, за то, что тебе поручено. Почему наши пастора, они спокойно уезжают в длительные командировки? О, вот. Вот почему они спокойно уезжают, да? Потому что они знают, что наши служители, каждый, и молодые, и те, кто постарше, включая меня, я, наверное, самый старший, вот, значит, они все, что стараются, я не буду говорить, что мы там супер ответственны, но мы стараемся быть ответственными, поэтому оно идет своим чередом, потому что каждый на своем месте, мы стараемся, вот я верю, что мы будем стараться, вот, и, друзья, и это большая вот основа такая, знаете, вот, то есть мы видим, да, характер Христов, сердце слуги, ответственность, да,
Вот мы видим, как это все дело идет. Вот, и знаете, вот по мере ответственности, вот мы, служители, просто вот постарайтесь узнать себя. Вот, может быть, кто-то себя в какую-то категорию знает. Мы как бы, не то, что мы делим, мы об этом редко говорим, но понимание есть. Вот есть такое понимание, что люди как бы, можно их подразделить как-то вот на некоторые категории. Вот первое, мы называем, это гости. Вот. Гости, это есть гости, вот Наташа на первый раз пришла, вот это гости, вот сестра еще пришла тоже первый раз. Это, ну вот гости как все, вот пришли тебе первый день гости, им интересно и так далее. Мы рады, супер, как мы рады, да, любому человеку, который приходит к нам, поэтому мы угостим вас кофе, чаем, вы выберите себе, вот, и поговорим с вами, вот. Но есть гости немножко другого характера. Люди вот просто приходят, они вроде бы в общине, но не приходят, вот как гости. Побыл, да? Хорошо у вас. Или что-то сегодня не очень хорошо. Там Сергей Михайлович там что-то непонятно что говорил там. И прославление, кстати, о прославлении не напомнил. Спасибо Господу за них, они очень ответственные, очень прекрасные наши братья и сестры, да? Да или нет? Хорошие? Аминь, аминь. А то друзья услышат и скажут, что-то вы не это, не очень. Так вот, а есть просто гости. Вот пришел, ушел, пришел, ушел. Все. Иногда пришел, ну как в гости, да, не каждый день ходит. Пришел, ушел. Есть прихожане. Вот. Они регулярно посещают центральное служение, так, мазками. Очень редко бывают на молитвенных служениях. Иногда видны на мероприятиях общины. Ответственность за дела общины проявляют, ну, разве что в десятинах. То есть, если ты служишь в десятинах общине, да, но Господу это его часть, значит, ты уже не гость, это точно. Ты уже прихожанин. Но ты ничего не делаешь, да, десятину даешь, спасибо, Господь усмотрит, Он отблагодарит тебя каким-то образом, Он найдет каким. Он не говорит, что Он больше денег даст, Он говорит, я найду, я благословлю тебя. Вот. Итак, прихожане, да, есть служащие, вот эти прихожане, да, они возрастают в познании слова и в вере, освящаются, больше приобщаются к делам общины. Они заметны в волонтерстве. У нас тут много людей, вот, служащих, да, они, то есть человек уже приходит на волонтерские дела, он уже служащий, то есть он уже что-то делает в каком-то служении, да, то есть уже что-то делает. Вот. Начинает служить в каком-то служении под руководством лидера на постоянной основе, имеет какую-то часть ответственности за какое-то дело внутри служения. Ну, про десятины, понятно, уже не говорим. То есть чувствуем разницу, да? Вот. Есть служители. Вот. Они знают слово, тверды в вере, имеют четко выраженный плод Духа, то есть характер Христов, имеют близкие отношения с Богом, принимают личное участие во всех мероприятиях общины, могут быть наставниками, несут личную ответственность за порученное служение. Он не обязательно, ну, такой, у него там под ним кто-то есть. Он, вот как Иринка Павлова, он может просто, вот, поет чаем, там, допустим, или какое-то делает одно дело. Он один. Человек или женщина или мужчина, да, то есть брат или сестра, значит, один, и вот он служит. А может быть служение, у него уже могут, в его служении могут быть люди. Тогда он лидер. Понимаете, лидер, он кого-то возглавляет, он не может быть просто так лидером. Так он служитель. Чувствуете разницу, да? Вот, поэтому, друзья, я заканчиваю, да. Я заканчиваю, и что я хочу сказать? Я очень благодарен Богу за нашу общину, очень благодарен Богу за то, что мы есть друг у друга, за то, что мы помогаем друг другу, да, за то, что мы просто, не то, что даже служим, вот мы как-то, знаете, мы есть в жизни друг друга. Аминь. Вот. Это очень утешает, друзья. Это есть большое утешение, когда мы вот так вот в мишпахе нашей, да, когда мы приходим, мы встречаемся, мы общаемся, мы проводим какие-то мероприятия, и потом и в общине, там, и по домам, и так далее. Это классно. Вот. И Бог ожидает, что у нас у каждого. Вот, мы будем вот идти по вот этому пути, да, вот по этому пути возрастания в характере, возрастания в сердце слуги, возрастания в ответственности, да. Вот, мы будем идти этим путем, и его слава будет возрастать. Еще раз говорю, я меньше всего, у меня есть желание в этой проповеди вас мотивировать. Мотивировать это мне как-то немножко как бы манипулировать даже, да.
Ни в коем случае. Я просто, знаете, иногда огорчаюсь. Что Бог, человек, он нехорошо служащий, да? Вот. И Бог не может просто проявляться в нем, ну, в его жизни. То есть всегда как бы лишает себя благословения Божьего, да? Вот. Потому что, ну, Бог участвует в его жизни, но не так, как хорошо служащий. Ну, это закон, поэтому никуда не денешься. Просто если человек будет ходить, приходить и так далее, как правило, вот то, что я вижу, это всегда люди находятся на каком-то одном уровне, они не возрастают. Надо, необходимо, друзья, находить вот эти, знаете, моменты в нашей жизни, да, чтобы дополнять. Вот кто-то, у кого-то, знаете, какой-то дар, ну что он может, например? Ну вот человек вот просто, условно говоря, ну ему хочется, вот знаете, кому-то там бутербродик, да, там и так далее. У нас буфет есть, он пустой. Вот кто-то, может быть, возьмет на себя, понимаете, будет классно, когда там какие-то там бутербродик с сырочком, да, и можно кофе взять, и сырочек, за деньги сразу вам говорю, там не это, это печенье у нас можно, там придется хоть немножечко заплатить, чтобы купить надо было, вот, значит, то есть у нас чай, кофе бесплатно, да, там печенье немножко, ну, но в любом случае послужить, это же все равно было бы хорошо, правильно, после служения там чуть-чуть бутербродиком перекусить. Вот, кто-то раньше пришел и так далее. Но не только в этом, друзья. Много нужд у людей. Кто-то знает хорошо юридические вопросы, кто-то знает английский, может быть, людей учить английскому, потому что мы община, которая, мы служим, ну, в разных местах, да, и к нам приезжают люди со всего мира, да, и они в основном англоговорящие, да, и тоже будет хорошо, если мы будем знать английский, кто-то будет учить. Ну, я в этом плане, понимаете, кто-то будет восполнять какие-то духовные потребности человека, внимание, там еще какие-то служения, ну, типа вот кофе молитвы, какое-то еще служение появится, домашние группы и так далее. То есть, знаете, ну, Божья слава, она должна возрастать в общине. Она не может быть на одном уровне. Постоянно что-то должно появляться новое. Привносите новое свое, то, что Бог вам дал. Каждому Бог дал, понимаете? Вот я ревную о Божьей славе в вашей жизни прежде всего. В вашей жизни. Вот поверьте мне. Кто со мной сталкивался, он знает, что я ревную об этом, чтобы мои братья и сестры, чтобы они были успешны, чтобы у них все получалось. И я ревную о Божьей славе. Я хочу, чтобы было Божьей славы было больше. Аминь. Давайте тогда встанем, помолимся нашему Богу. Ух, Господь, Ты великий, славный Бог наш, Господь. Любящий, знающий нас, Боже. Пришедший к нам во плоти в Сыне Своем, Йешуа Машихе, давший нам все необходимое, Боже, для того, чтобы мы имели общение с Тобой, Боже, для того, чтобы мы знали Тебя, познавали Тебя, искали Тебя и находили Тебя, Боже, чтобы мы, Господь, в нас проявлялись Твои дары, Боже, чтобы мы служили Тебе, служили людям, чтобы мы были успешными, чтобы были успешны наши семьи, Боже, чтобы была успешна наша община, чтобы свет Мессии, Боже, он до краев земли. Видите, друзья, это не просто дерево, это вот, это Одесса. Вот, это Одесса. И свет Мессии, весь мир, мы хотим нести свет Мессии, куда Господь нас пошлет, понимаете? Вот, и что бы ни происходило, Божья слава, она должна расти, расти и расти в нашей жизни, в нашей общине, в нашем городе и в нашей стране, в Израиле, Боже, и до краев земли, Боже. Благослови нас в этом, Боже, благослови, помоги нам. У нас не все получается, Боже, но с Тобой мы все преодолеем, потому что Ты делаешь наши ноги как олени, Ты на наших высотах поставляешь нас. Ты хочешь дать нам авторитет, Боже, мы знаем об этом. И пусть, Боже, каждый из нас, он приобретает этот авторитет, и из-за этого пусть возрастает Твоя